Ну, всем здрасте. Так, налил кофейку, друзья, принес лопату. У нас здесь... Что у нас здесь? Здесь у нас вот такой вот холм снега. Надо немного очиститься. Да, шел на работу, друзья. Междомовые территории, тротуары, все засыпано. Шел по центральной улице. Как говорится, прямо по дороге. Все идут по дороге, все идут по дороге. Сейчас очистимся. Все, мне позвонил директор, спросил, как дела. Я говорю, все пока плохо. Все пока плохо, люди выехать не могут, автобусы почти не ходят. Там один какой-то залет не проехал, и все. Все стоят на остановке, все идут пешком на работу. Снегу навалило. Ну, здесь понятно, ветер дует. А так-то, так-то совсем. Ладно, будем чистить снег. Очистимся, заведем машинку. И будет окей. Так, ну все, добрался до машинки. Сейчас заведем. Сейчас заведем, заведем. Пусть греется. Мало ли, может, после обеда куда-нибудь поедем. Время 9:50. Все, завелись. Завелись, завелись. Так, надо почистить лобовуху. Пойдем чистить. Так, немножечко очистился. Блин, здесь у меня тоже лед. Все во льду. Да, минус ударил. Немножко почистил. Блин, у меня дворники сломались. На дворники сейчас буду. Сяду в это. На складе буду делать дворники. Все, все повылетали. Короче, надо будет сделать. Друзья, еще все комментарии не читал. Обязательно все комментарии прочитаю. Видел, что вы там мне написали по поводу, что можно сделать, как можно сделать дворники, чтобы зима еще вся впереди, она только началась. Обязательно прочитаю и отвечу. Всем большущее, большущее спасибо. Всем благодарность, друзья, что смотрите, оставляйте комментарии. Спасибо. Так, ну ладно, что? Сейчас машинка прогреется. Прогреется, прогреется. И пойдем сделаем дворники. До конца все очистим. А там уже посмотрим, куда нам ехать, что нам делать, друзья. Ну и, конечно, надо будет сейчас потом посмотреть тосол, вытек он у меня или нет. Вот такие вот у нас дела пока. Веревка нам вчера не пригодилась, но это и хорошо, что не пригодилась. Кто-то звонит, друзья, наверное, с офиса. Надо ответить. Ну все, очистил. Машинку уже прогрел. Щетки поставил, сейчас посмотрю, как работает. Вон, видите, одна щетка не работает. Надо будет откручивать и смотреть, что с ней. Вчера я ее подкручивал, но что-то пошло не так. Не хотит. Сейчас подкрутим ее. Там на 13. На 13. И мы сейчас ее закрутим. Все, подтянул. Так, работает? Работает. Нормально? Нормально. Сейчас пойду смотреть, что у нас творится там внизу, друзья. Вообще, когда мне можно выезжать? Ну, время еще без 15:11. Все равно надо будет пытаться что-то сделать. Так что пойду посмотрю, что внизу у нас там. А то там машины не могли проехать. Ой, что теперь делать? Ладно, закурим сигарку одну. Покурим, посмотрим. Сходим, взглянем, что у нас там вообще творится. Оп. Что у нас творится? Собаки лают. Мужики там чистят немного. Ветруган еще, блин. Да, на базе мне здесь выезжать, конечно, будет. Здесь надо будет тогда почистить где-то немного. Да. Мужики чуть-чуть тут отгребаются, а вон там тоже выехать не могут. Привет. Чистят потихоньку, чистят. Ну, к обеду, я думаю, все почистится, все будет нормально. Автотрейд тоже выезжать надо. Так, я себе здесь немного очистил. Ух, ветруган.
немного очистил здесь, чтобы мне задом проехать и выехать. Сходил туда вниз, там одна колья. Если попадется встречка, то задница. Если не попадется, то все будет нормально. Как-то так. Ладно, немножко почистил. Я думаю, здесь выехать мы выедем, никаких проблем. Оп, никаких проблем. Все, будем загружаться, будем выезжать. Опа, оп, оп, оп. Как-то так, друзья. Ну все, выехал. С базы, конечно, было сложновато выезжать, друзья. Оп, сложновато. Оп, пропустили меня. Спасибо большое. Так, ну попытаемся сделать пару заявочек, друзья. Самое главное нам на Днепровской. Но я уже туда позвонил, сказали, что мы приехали вечерком, не смогли забрать там вообще, добраться до базы. Позвоните, через пару часиков будем откапываться. Посмотрим, что у нас творится на дорогах Владивостока. Ну, нормальное движение. Так, баннер тут немножко отлетел. Ну, такое бывает. Ветруган. Можно, в принципе, сделать. Я уже в транспортную компанию позвонил там человеку, братьям. Говорю, братья, как у вас там можно добраться? Говорит, мы не знаем, на своей шушлаге. Ты, говорит, заедешь? Нет. У нас, говорит, тоже там катастрофа. Мы тоже очищаем снег. Везде. Видите, какие сугробы. Да, такое было. Вы мне пишите, друзья, написали комментарии. Благодарю вас от души. Сейчас все прочитал, на все, грубо говоря, ответил. Говорили, что в 93-м, 95-м были такие снегопады. Да, были, конечно. Но в 93-м, 95-м, друзья, я был... Где я был? Я где-то был, но я не помню где. Не, в 93-м я уже был в Владивостоке. А, я был в море. А в 95-м я уже здесь, в Владивостоке, был. Ну и все не припомнишь, конечно. Были такие снегопады, что куда деваться. Конечно. Были. Ну, как говорят умные люди, говорят, что вот было сухое лето. Сухое. И вот это все возместилось сейчас снегом. Правильно говорят. А если было бы дождливое лето, то бы и снега не было. Но вот как-то так. Солнышко немножко светит, минус 7. Да, нормальная погодка, отличная, отличная зима. Главное, чтобы ничего не таяло. Вот так вот было и все. Потихоньку все очистят. Сейчас, конечно, сразу трудновато все почистить. Самое главное, вот молодцы, чтобы не выезжали на дороге. Люди, не выезжайте без надобности на дороге. И все будет так... ок, как говорят, ок. Как ты быстро едешь на Лексусе. Сейчас мы съездим на Народный проспект, посмотрим там. Если что, где-нибудь припаркуемся, две коробки мы и так отнесем. Какие проблемы? Никаких проблем. Едем по столетию, да, из четырех полос осталось две. Вот какие сугробы. Такие сугробики. Сугробики. Мне кто-то написал, что в Питере у вас тоже, друзья, там выпало снегу. Я по телевизору смотрел тоже. Дай боже. Да, в этом году, смотрите как. Снегопады везде. Так, я думаю, как мне лучше сделать, или сразу отправку сделать, или потом мне в офис заехать, или сразу в офис заехать, а посмотрим. Ладно, сделаем, наверное, отправочку, а потом уже заедем в офис. Кое-какие документы заберем. Так, в левую полосу встанем, вот так. Ну вот они, грейдера ходят. Молодцы. Ребята, молодцы. Ой. Так, мне тут надо будет повернуть налево. Оп. Сейчас мы там определимся, где припарковаться.
О, меня выгнали, друзья, не принимают, не принимают. Сказали, не, куда ты, говорит, все, там по колено вообще, там никто не работает. Вот такие вот дела. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, ну что теперь делать? Нет, нет, сейчас в офис приедем, скажем. Пока будем ехать потихоньку. Блокировочка выручает меня вообще, друзья, вообще просто замечательно. Куда, говорит, ты вообще едешь? Ты куда едешь вообще? Игорь, как всегда. Ну ладно, нет, так нет. Опа. Ну все, съездил в офис. Меня слезно попросили, Игорь, надо ее отгрузить. Эту заявку надо отгрузить. Ладно, попытка номер два. Сейчас, может быть, на дороге остановлюсь, да? Пешочком пойду, отнесу эти две, как говорится, коробки. Что теперь делать? Слезно попросили ее отправить. Ну, японский городовой. Я говорю, ладно, ладно, ладно. Как-нибудь время есть, ничего. Потаскаем. Все вышли на уборку территорий. А куда деваться? Куда деваться? Ладно, сейчас так и попытаюсь. На дороге где-нибудь остановлюсь. И понесем. Опа. Начал поворачивать туда, на территорию. Они, не-не-не-не-не-не-не-не. Я говорю, ладно, развернуть сейчас. Смотрите, рабочий, на дороге встанем. И придется с дороги носить. Далеко, тяжело, ну что сделать? Хоть выехал, хоть какую-то заявку сделать. Что, просто так выскочил, что ли, на дорогу, на работу. Что-нибудь сделаем. Потаскаем, ничего страшного. О, что у нас тут на третьей рабочей? Что у нас тут на третьей рабочей? Так, все спокойно, все спокойно. Все в спокойном режиме. Опа. Люди на остановочках стоят. Третья рабочая. Ну, вот так. Развернулись и нормально. Сейчас мы где-нибудь там остановимся. Сбегаем. Нет, 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 нет. Мне же смешно. Я говорю, у меня две коробки. Не-не-не-не-не. Ебанзи. Что ты будешь делать? Да, долго мы будем, город долго будет очищаться от этого снега, долго. Ну, сбегал я, друзья, сделал я две коробочки, три раза отдохнул, здесь они почистили вроде нормально, здесь, но вот на самом въезде, там, конечно, невозможно. Но мне бы хотя бы он. О, какой ветер. Ветер, ветер, друзья. Извините, ветер. Здесь тоже мы с Камчатки они почистили немного. Вот здесь вот самый такой. Торосы такие, вон, видите. Я здесь отдохнул, там отдохнул. Пока таскал. Здесь отдохнул и здесь отдохнул. Вот здесь бы я не проехал. Вот здесь, да, здесь уже жестко. Здесь бы пришлось откапываться. Ладно, идем, сделали хоть заявку. Ну все. Фу. Ну хоть заявку одну сделали, сейчас вторую сделаем. Сейчас съездим с вами. Куда мы съездим? Мы съездим, включаем блокировочку. Мы с вами, друзья, сейчас съездим на бам-бам-бам. Там фильтра вот эти отгрузим, и все будет замечательно. И там уже самое главное, как попасть обратно на базу. На базу. На базу тоже тяжело обратно. Там самое главное, чтобы никто не попался навстречу. Потому что это просто, если кто-то попадется, все, можно сказать, мы там надолго. Ой-ой-ой. Надо будет как-нибудь созвониться с Костяном, что ли, Косте позвонить на склад, чтобы... Хотя, что я попросил? Кто-то, если выйдет, он уже поедет, уже ему до фонаря. Костян там стоит, или Жека, или Леня, или Наташа. Ай-яй-яй. Опа. Вообще, я пришел к менеджерам
приемщикам, кто выписывает, как говорится, транспортные. Они говорят: вообще-то мы удивлены, что вы приехали. Я говорю: согласен, многие удивляются. Она говорит: нам просто звонят клиенты и говорят: вы сегодня принимаете товар? Мы говорим: нет. Как вы к нам попали, мы не знаем. Я говорю: да я перед этим, чтобы к вам поехать, позвонил приемщикам. Они сказали, что вы вроде как работаете. Они говорят: ну это они зря так говорят. Я говорю: ну вот, как-то так. Как-то так. Опа. А так, говорит, никто не работает. Я говорю: да я понимаю, но вот видите, засылают, говорят, что надо. Тут ничего не поделаешь. Она говорит: ну, говорит, то, что вы, говорит, нам отдали товар, это не значит, что он скоро поедет. Он, говорит, поедет, может быть, через неделю, может, через полторы. Я говорю: ну вот видите, у вас своя специфика, у нас своя специфика. Нам главное отчитаться клиенту, что мы отправили товар. Она говорит: тоже верно. Все, поехали на БАМ. Туда съездим. Там уже будем прорываться на склад. Еще что хотел сказать, друзья. Холодает. Ветер поднялся холодный. И чувствуется, это все подзамерзнет еще. Вот как-то так. Холод ударяет. О! Доехал до БАМа, друзья. Пришлось вверх подняться. Тут здесь на... Как она называется-то? Наша улица. Улица родная. Ой. Тухачевского сюда. И там вверху развернулся сзади. Потому что стоять просто негде. Негде. Оп, потихоньку чистят, но остановиться негде, чтобы сходить, избегать, отнести им эти фильтра. Сейчас где-нибудь попробую остановиться. Да, откапываться придется людям долго. Сыпануло не по-детски. Вот зима. Не смог я, друзья, остановиться на БАМе. Представляете, негде вообще. Ну, дорогу же я не перекрою. Сейчас мне вот осталось, как мне добраться до склада. Там тоже въезд такой, что мама не горюй, лишь бы никто по пути не попался. А так все нормально. Все, мы на месте, друзья. Я здесь побуксовал, конечно. Здесь на пригорке немного. Но забрался. Круг такой сделал. Колесом сюда попал. Вот сюда. Ну, выскребся. А здесь никакого трактора нет. Да. Выскочил. Нормально. Тут, в принципе, можно еще снег убрать, чтобы можно было вообще обратно, если что, въезжать, потому что здесь меня немного несет в левую сторону. Оп. Вот так. Добрались. Отлично.